Итак, всем привет, с вами Император Прайм, командир клана Рейнс, и у нас глобальная карта. Бой начинается. Вот, на ИСа 5-го. Катаем один из прикольных таких боев, вот, интересных. Вот, и тоже попробовать хочу одну из таких тактик. Ну, как бы говорится, да, анальный деф там, вот, но... Тоже, как говорится, победа вообще не имеет значения, каким способом полевик хочет выиграть, скажем так, бой. Это раш, это, блин, использование кучи светляков и отрабатывание артиллерии по засвету, вот, деф или еще какая-то хрень. То есть надо что-то пробовать, много разных тактик, вот, одна из таких, вот, дефа не очень, но в чем... В чем суть этого, скажем так, нагиба? То есть у нас на горе стоят 50-100, Т-32, которая сможет очень отлично танковать в случае чего. 90-ик у нас делает подсвет, чтобы узнать, кто там, что там. Он засвечен. Возвращаем танк, чтобы арта не убрала. Есть отличные артоводы, которые сходу могут убрать 90-ика ваншотных просто. Немного получил. Ничего. Второй 90-ик прикрывает первого. Он уже на горе, как вы видите, вот он. И контролит вот эту часть. Вот. Все танки, естественно, стоят в дефе вот такого таком порядке. Для того, чтобы, когда, смотрите, противник выйдет из холмов, то есть, естественно, будут множественные непробития, рикошеты и все остальное. Как бы вот так вот. Вот, это первая такая из хреней, которую очень хорошо использовать. Ну, естественно, у нас троечка одна контролит вот эту часть. Вот, ее пока достаточно, плюс 50-100 могут прикрыть. 90-ик вот сюда уехал. Ну, как бы вот так вот. Ну, как говорится, чтобы долго не ждать, нам все равно это очень долго. Мы просто сделаем немного ускоренную перемоточку. Вот. Так, хопа. Ну, вот приблизительно подтягивается группа уже танков, которая просто хочет вот так вот получить люлей. Вот. Но иногда не прокатывает. Тактика бывает очень скилловые пацаны, которые очень хорошо работают. Вот видно вам, что чуваки уже все нормально. Подтягивается по полной. То есть видно группа. Вот. Что мы делаем в свою очередь. Смотрите, что делают 50-100. То есть, естественно, по сетапу мы видим, что практически все здесь 50-100 спускаются. 2 50-100, 2 90-ика. Задача троек просто удержать позицию. Вот. И не дать, естественно, взять базу. Вот. Вот эта тройка. Голд, который на танке. Он что делает? В случае чего кто-то будет перекатываться через вот эту часть, все равно однозначно будет. Он просто будет ставить на каток или еще что-то. Естественно, эта вся группа быстро отработает на гусле. Ну, рашить мы не будем вот так вот, но используем хитрый план, который 4 барабана просто, блядь, ну, ушатает всех, кто здесь находится. Вот там начался замес такой. Все, понеслась канитель. Барабаны летят там, шатают. Одного у нас убрали, 90-ка. Ничего страшного, 1-1 счет. Мы тоже одного убрали. И началась канитель такая. Все, перестрелки, перестрелки. Один у них 90-ка остается, 561 хп. Итак, понеслась. Смотрите, что происходит. Работа по фокусу, работа по фокусу. Тройку, конечно, ушатали. Смотрите, работа фокуса. 3-3 счет. Так, погнали, погнали. 750 хп, ушатали, 750... 9 хп, 10 хп осталось. Шота, просто убираем шота. Шота, свожусь. Забрал шота, нету шота. Дальше, первая, которая к нам, это тройка. Просто ушатываем по тройке. Все работаем по тройке. Естественно, идет захват базы. Работаем по троечке. 297 хп. Тройка. Дальше, 110-ка, просто мешает и закрывает. Естественно, мы откатываемся понемногу. Вот. Опа, минус еще один танк. 7-5 счет.
На горе как бы нету никого, но у нас Т-32, которая спустилась и сзади красиво дает люлей. 425 хп, ушатали там много шотов, просто шотов. Одна из техник, это просто работа пошел. Один лопнул, второй лопнул нахрен. Итак, уже еще осталось два шота. Выцеливаем, на, все, лопнул, просто лопнули нахрен. 358 хп. Дальше, дальше работаем. Так, троечка, да, точнее, Т-32 отлично просто нам помог. Ну, просто шикарно, отвлек хорошо. Все, пацаны в запаре, идет захват базы. Плюс, естественно, выиграли, скажем так, группа такой в меньшинстве здесь. Но их больше было тяжей. Вот, 13-6. Еще плюха, работаем, 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 пацанчики. Все, вот так вот. Отработали по фокусу, множество танков. Поднимаем, чтобы очки славы были побольше. Мы что делаем? Мы берем базу. Естественно, 50-100. Просто там играется с артиллерией. Пацаны ставят плюсики. С вами был Reigns клан. Вот, то есть как бы вот так вот. Против Кариса. В общем, Карис. Клан рожденных в СССР. Вот. Но Shed Shelter for Brothers, пролили кровь за брата, мы все-таки пролили кровь за своих падших друзей в бою. И отомстили, отработали по фокусу. Идет захват базы. Артиллерия просто, бедняжка не знает, что делать. Я думаю, она сейчас приедет. Группа идет. Все, арта выехала, получает плюху. Захват базы, 3, 2, 0, 1. Все. Захват базы произошел. Последний 15-й фраг уничтожен. 15-7. Красиво, все четко отработали. С вами был Император Прайм, командир клана Reigns. Вот. Кто желает вступить в клан Reigns, название вы видите. Желательно подавать заявки только или хорошим зеленым игрокам. Ну и желтые тоже приветствуются, которые вот скоро тоже будут зелеными, скажем вот так. Так что, кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.